Национальный колорит в кулинарных изысках. В Волготехе на днях состоялся международный фестиваль «Мост дружбы». Праздник получился в первую очередь вкусным. Свою национальную кухню представили иностранные студенты ПГТУ, которых в вузе с каждым годом становится все больше. Почему, выясняла наша съемочная группа. Казалось, что в этот день главный учебный корпус ПГТУ превратился в настоящий ресторан. В меню блюда 12 национальностей. Вот, например, таджикская кухня. Здесь и сухофрукты, и аппетитная сдоба. Таджики сами признаются, мы еще те сладкоежки. Это одна наша национальная лепешка, называется сатрин. Сегодня в ПГТУ обучается около 250 иностранных студентов, преимущественно из стран ближнего зарубежья – Армении, Узбекистана, Казахстана. Столы с блюдами, как географическая карта. Здесь и сало от украинцев, чак-чак по-татарски, треугольники с мясом от башкир. Примечательно, что организовать первый в вузе международный фестиваль, да еще и в такой вкусной форме, предложили сами студенты. Название праздника говорит само за себя – «Мост дружбы». Этой идеей мы пытались объединить и показать разнонациональность нашего вуза. Ведь в нашем вузе учатся около 30 разных национальностей. Ребята готовили у себя в общежитиях вместе, то есть всем своим дружинами, братствами, нациями. Это проходило настолько шумно и дружно, и настолько быстро, буквально мы готовились 2 дня. Наличие иностранных студентов, безусловно, плюс для любого вуза. Количество выпускников иностранцев сегодня один из критериев, по которому Миноборнауки России оценивает эффективность высших учебных заведений страны. Если иностранные студенты есть, значит, вуз ценят не только в России, но и за рубежом. Они приезжают в нас в вуз и за качественными знаниями, и за возможностью учиться в России, за бюджетные деньги в том числе, и за возможностью устроить карьеру в России, связывают с Россией некоторые из ребят, связывают с Россией свою дальнейшую жизненную стратегию. Уже на десерт студенты приготовили для зрителей пищу духовную. Национальные танцы, песни – все в оригинальном исполнении. О том, что иностранным студентам в нашей республике комфортно и живется, и учатся, организаторы фестиваля говорили много. Для нас же подтверждением этому стали скорее не слова, а аплодисменты, которыми встречали всех участников праздника «Мост дружбы».